В США у Федерального управления гражданской авиации появились вопросы к студентам, которые устроили рискованные танцы в самолете. Футбольная команда Университета Колорадо организовала флешмоб в новомодном стиле «Гарлем Шейк» прямо во время полета в проходе между креслами. Игроки засняли все на любительскую камеру и выложили в интернет. Ну, многие из пассажиров к танцу присоединились, но вот те, кто веселье не разделил, судя по видео, ждали, когда же, наконец, это все уже закончится. Ну и по мнению властей США, затея студентов вообще могла привести к катастрофе. Теперь проверять, насколько сильно их слаженные движения могли раскачать авиалайнер, будут эксперты. Впрочем, сами студенты заявляют, что спросили разрешение у экипажа, прежде чем пуститься в пляс.